В Нижневартовске после сильного дождя затопило улицу Мира. Впрочем, не всю, а ту часть, которая проходит по новым микрорайонам. Дома здесь возвели, а вот сопутствующую инфраструктуру, в том числе дороги, построили не до конца. На этот раз потоп случился из-за ливневой канализации, которая была засорена. Почему коммунальщики не прочистили ее вовремя и когда намерены это сделать, выяснял Алексей Шабанов. Дом был сдан в 2016 году. На сегодняшний день, как известно, у нас 2018, и вот до сих пор такая вот у нас история. Андрей Земсков показывает следы очередного паводка. Вода на улице Мира кое-где еще стоит, несмотря на то, что ливень был 2 дня назад. Вот что творилось у подъезда в дома 102 буквально накануне. Это происходит систематически. Лужа довольно-таки большая, то есть я так понимаю, что что-то либо со сливом, либо, возможно, какие-то, конечно, у меня технического образования нет, может, какие-то погрешности при строительстве. Но, тем не менее, как бы наш дом, Мира 102, в частности, 6-й и 5-й подъезд, страдают от этого. Водную преграду жильцы иногда преодолевают собственными силами и за собственные средства. С помощью своих денежных средств просто привез на автомобиль и подпилил, чтобы могли ходить в сторону магазина. Дорогу вдоль 25-го микрорайона строят с некоторым опозданием. Подъезд к домам есть, а вот с остальным сложнее. Ливневая канализация построена, но на период смены подрядчика она оказалась бесхозной. В связи с разрывом контракта с предыдущим подрядчиком, канализация, да, там забита, причину нашли. На сегодняшний день заключен контракт с новым подрядчиком. В общем-то, эти работы будут учтены при производстве работ дальнейших. В общем-то, эту проблему устраним. Участок дороги по улице Мира вплоть до улицы Салманова планируют достроить еще в этом году, а затем начнут вести ее к восточному объезду. Это стратегически важный для Нижневартовска проект. Он разгрузит въезд в город с востока. Впрочем, можно ли уехать далеко, если порой затруднительно выйти из подъезда? Уже сегодня видим совсем другую картину. Большая вода ушла. Впрочем, и сезон больших дождей не за горами. В самое ближайшее время новые подрядчики обещают почистить ливневую канализацию. Выполненные им работы можно будет проинспектировать совсем скоро. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовск.